Всем доброе утро. У нас холод собачий, идет снег. Возникничай, пожалуйста. Блин, эти не выкинули салфетки. Так, ребят, какие у нас сегодня планы на день? Все люди, кто живут в Калининграде, калининградцы знают, да, что у них есть из семи уже пять фигурок хомлинов, которые оберегают их город, которые являются маленькой достопримечательностью. Они раскиданы по всему городу, эти пять фигурок. Вот сестра мне вчера про них рассказала, и, естественно, сегодня мне их нужно все найти. Мне так интересно. У нас сегодня такие планы, потом у нас сегодня музей янтаря, и вечером мы идем кушать в ресторан, праздновать Макса в день рождения. Ему сегодня 44 года, поэтому у нас праздник будет вечером. Видите, снег идет. Ну, ага, как град. Ну, а вечером я все выложу и покажу всех пять хомлинов. Они днем живут среди людей, а ночью, по поверью, они делают фигурки из янтаря. Ну, мы с вами их найдем всех. Всем хорошего дня. Мы зашли пообедать уже, получается, в пельменную, потому что немножечко позже сегодня вышли. Смотрите, какие пельмешки они делают сами. В пироговую, вернее. Сейчас мы вот так пообедаем. У Наташи тоже пельмешки, а у Макса пюре, солянка и мяско с яичком. Ну и булочки, компотиком. Всем, кто обедает, приятного аппетита. Ну что, ребята, первого-то мы нашли. Это малыш хомлин. Он в бумажном кораблике, его называют маленький морячок. Смотрите, где он находится. Вот Витязь. Вот музей, вход. А вот он маленький, сидит в кораблике. Да мой ты сладкий. Даже вчера вот мы здесь проходили, мы даже... Здравствуй, морячок! Здравствуй, морячок! Здравствуй, морячок. Осталось 4. Вот, представляете, вчера снимала этот дом. Показывала вам. Что мы обошли вчера? Вот тут чуть-чуть подальше мы прошли, да? Вон ребята-то. Так, пошлите на поиски второго. Ребята, смотрите, верба. Видите? Начинает распускаться. В Калининграде. Ой, красотка. Ой, красотка. Вот молодцы. Нам сегодня с погодой очень повезло. Солнышко распогодилось. Тепло. Ну, здесь уже тучки набегают. Но все равно. Идем опять же тем же маршрутом, что вчера. Но мы сейчас только в два места здесь. Нам нужно найти хомлинов. И мы уже будем передвигаться в другую часть города. Оставайтесь. Посмотрите, какие сидят башни. Да, иди, я не пойду. Ой, ну это что-то. Видал, мадам? Ой, я не видела. Мы зашли вот в этот марципановый домик. Я купила маленькие подарочки в марципановом домике. Вот. Ну и двигаемся дальше. Так, ну что, мы нашли дедушку хомлина. Медовый мост, который соединяет остров Канта с рыбацкой деревней. Вот он, красавчик. Ой, да до золота протертый. Сейчас я быстро, сестра. Ну, приветики.
класс. Класс, класс, класс. Мы выдвигаемся на поиски третьего Хомлина. Скоро все покажу. Вот музей изобразительных искусств. Эстакадный мост нам нужен. Там сидит папа Хомлин, про которого говорят, что он самый творческий из всей семейки Хомлинов. А вот парковая зона кафедрального собора. Мы идем искать папу Хомлина. Похолодало, ветер ледяной, но идем. Вот мы задумываемся с Наташей. Вот под эстакадным мостом, это эстакадный мост, сделали детский городок. Представляете? Вот парковая зона, а вот мост. Под этим мостом это детский уголок. Но это же ужасно. Красивый вид, правда? Мы подходим уже к музею изобразительных искусств. Красивый вид, посмотрите. Рыбацкая деревня, синагога, кафедральный собор и все, что касается музея Мирового океана. А мы ищем папу Хомлина. Старое здание. Видите, то солнышко, то тучки. Ветер, холодно. Сразу солнышко уходит. И холодно. Мы сейчас поедем в новую часть города. Там, где мы еще не были. Вот. Вот он. Вижу, вижу его. Вот, ребята, где. Вы поняли, да? Музей изобразительных искусств. И вот он, папа Хомлин. В нашей копилочке третий Хомлин. Приветики! Приветики! Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну что, ребята, зоопарк. Центральный вход. И вот она, девчонка. Озорная. Девчушка Хомлинов сидит на улитке, балуется, видишь? Катается на улитке. Оп-оп-оп-оп-оп. Привет, девчушка, привет. Зоопарк открыт. Но мы сегодня в зоопарк не пойдем. Сейчас мы найдем, смотрите, гостиница «Москва». Мы сейчас с вами будем двигаться по улице Мира в сторону музея Янтаря. И заодно с вами посмотрим на новые неизведанные улицы. Вот кафе «Солянка». Интересное название. Гостиница «Москва». Да? Под европейское здание. Битрикс какой-то. Вот. Мы идем по проспекту Мира, проходим стадион Балтики. Старенький, видите, стадиончик. Здесь у нас магазинчики, вот свадебный центр, платье расшитое все, Grand Wedding, фирма ГАЗ. Пожалуйста. Брачалини. Элеганза. Опять парковая зона. Рядом с стадионом. А нам сейчас идти, идти, идти. По проспекту до площади Победы, до центральной площади. Вот там всего 800-900 метров. А уже от площади повернем на другую улицу и дойдем до музея Янтаря. Мы сегодня идем. Музей Янтаря. Мель Помена. Наверное, театр какой-то.
Небо черное, видите, надвигается. Но у меня есть дождевик, поэтому я не переживаю. Вот нас пропустили, милый дядя. Сидит на сука грязь. Я думаю, что это их театр. Автобус врезался с машины. Вот это сейчас пробенция здесь будет. Где автобус врезался? Ну вот. Ну, конечно, Мельпомен. Драм-театр, драматический театр. Это Ленс Пиваков. Вот сейчас, 16 марта, у них будет рецепт любви или внимания на меня с хорошими актерами, между прочим. Только Казакова кто такая, я не знаю. Калининградский симфонический оркестр. Рахманинов. Играют Рахманинова. Он уже из красного кирпича здания, видите? Старинный, старинный. Ну, театр тоже, знаете, не учит свеженький, но... Такая постройка старенькая. Драмтеатр. Нет, нам сюда. Нам не надо переходить никуда. Проспект Мира 4. Ой! Да он как у нас, нет. Вот, смотрите, какой добротный. Ого. Похож, я тебе говорю. Надо подальше отойти просто и со снятием. Там дом. Сейчас мы подальше отойдем, и я обернусь. Сейчас ливанет или снег пойдет. А вот уже храм площади. Любят здесь Мазерати. Вот, драмтеатр на проспекте Мира. А вот уже площадь, ребят, где мы ходили в борщ-сал. Вот все в шаговой доступности. Почти 500 тысяч населения города Калининграда. Его при желании можно, как наш Волжский, обойти. Вон, видите, тоже маленький домик. Четырехэтажный. Раз и построили. Вот учебное заведение. Идем дальше. У нас метель. Не знаю, передает камера, нет. Все потемнело. Настоящий снег. Торговый центр Кливер. Мы идем по улице Черняковского, по-моему. Называется она правильно. Нам еще идти минут 10. Вот видите, какой жилой дом. Четырехэтажный, непонятненький. Вот это тоже считается центр Калининграда. Вот тоже старенький домик, видите? Это Рэдисон. Отель. Идем вообще. Снимать невозможно. Эту улицу, по которой мы идем. Камера мокнет, все мокнет. Видите, что творится? Калининград засыпает 5 марта. Просто засыпает. Если что, подходите ко мне сразу. Ну что, мы еле-еле сквозь метель добрались до музея янтаря. Все мокрые, все куртки мокрые, все мокрое. Конечно, это прям
апокалипсис сегодня. Еле дошли. Вот. Поэтому давайте знакомиться с музеем в Янтаре. Так. Литхорнский свадебный костюм. Германия, 19 век. Уникальный образец янтаря. Вес 4 килограмма 280 грамм. Я, если честно, янтарь как камень не очень люблю. Я его не понимаю. Цвет. Вот есть люди, которые очень любят янтарь. Стекло таракан везде. Вот тут они любят тараканов, муравьев в янтарь. Запекать. Вот, пожалуйста, кузнечик в янтаре. Еще один кузнечик. Термиты в янтаре. Личинка бабочки. Ну так, своеобразненько, правда? Ну, конечно, экспозиция. Шикарно, их много. Музей, конечно, замечательный. Уникальные янтарные образования из ствола дерева, которое наполнилось водой. Из трещины в коре выше по стволу выделялась смола. Одна из порций смолы затвердела, плавая в воде. Остальная масса смолы заполнила дупло, превратившись со временем в янтарь. Это все они личинки запекают. Амулеты из юатканского клада. Какой-то клад находили. Любой камень имеет силу натуральную. Абсолютно. Ух ты. Гладиаторские игры. Я не знал, что могильники были здесь. Кого-то хоронили. Торговые пути, 9-е, начало 13 веков. Торговые янтарные пути с 1 по 4 века. Украшения из янтаря. Мария с младенцем. Научная реконструкция. Александр Крылов. Санкт-Петербург. 2007 год. Янтарь оригинал. Первая половина 15 века. Северо-восточная Германия. Хранилась в художественном собрании Кёнигсбергского замка. Красиво. Кружка.
Такая шкатулка. Ларец. Всего было 6 задействовано для того, чтобы сделать санитарную комнату. Ну, это уже новый. Медальон, портрет Елизаветы Петровны, копия, 1980 год. Бокал, научная реконструкция, 1982 год. Эрмитаж. Сувенир, вагончик с янтарем. Восточная Пруссия, первая половина 20 века. Ох. Ох. Давайте почитаем. Ваза изобилия, 1954 год. Авторы Аврамченко, О.Н. Максимов, А. Калининградский янтарный комбинат. Поселок Янтарный Калининградской области. Часы. Ой, ну часы такие я помню. У нас не было таких часов, но у кого-то я в своем детстве видела. Муж у тетки в Краснодаре или у ее родственников. У кого-то были. Тетя Наташа, если были у кого там бабны или напишите мне в отца. По-моему, были, да? Потом запекают, потом шлифуют, потом это и еще раз запекают. После этого только прозрачно, потом цвет выиграет. Столько этапов обработки проходит, конечно. Какие красивые. Прессованный янтарь. Модель шведского военного корабля «Васса». А мы были в музее «Васса» в 2010 году. Трогали и видели настоящий этот корабль. Так, мы идем на первый этаж. Ух ты! Комплект украшений «Античность». 20-й год. Свежачок. Здание, да? Угу. Связь поколений.
выставка. А мы спускаемся куда-то ниже. Поделки делают и продают. Ох. Для любителей такого всего. Мелочевки. Ух ты. Древнеславянская птица. Алконост. Скульптурную композицию сделала Высоцкая Людмила Николаевна в 2020 году. Красиво. Усики. Угу. Если не больше. Ну, такой вот нравится. Вот у него с этим. Серебром совсем вот типа вот такого красиво сделано. Нет. В золоте красиво, в серебре нет. Или просто я серебро не люблю. Рыбка. Еще одна рыбка. Ой, ну рыбки красивые. Скажите, дорого-богато. Это вообще этого года. Этого года, действительно. Нас еще ниже спускают, что нас потом выпустят вообще? Водомерный узел. Теперь поднимаемся. Какой старикашечка. А сюда? Угу, красиво. Ох, как делают люди красиво. Представляешь, сколько ему лет? Надо же того принести и поставить сушить. Просто вот где-то на столе. Это как мы в Праге были в музее кукол, помнишь? Да. Шикарный музей там. Картина в зал. Ух ты. Муравьи какие-то. Леня, вот. Да? Высоко. Ну, надо почитать. Маску, пожалуйста, поправляем. Кость.
ладушки. Ну вот, в принципе. Ну еще бы здесь канта не было. Благотворительный фонд Лукойл. Ну вот, в принципе, и все. Наконец-таки кончился этот ужас. И мы с вами должны найти пятую бабушку Марту. Вот она. Вот он, музей янтаря. А вот это бабушка Марта. Итого мы собрали всех хомлинов. И я даже купила фигурки. Привезу домой, поставлю на полку. Пусть живут, если они хомлины. Марта, тебе надо давать монетки? Привет, Марта. Ох, Марта. Макс, дай монетку. Видите? Голубое небо. Волос весь мокрый, куртка вся мокрая, все мокрое. Ужас. Ты что, так много? Да прекрати ты уж прям совсем, что ли? Марта, мы положили тебе монетку, Марта. Пока. Так, ну все, мы вызываем такси. Едем в сторону ресторана «Хмель», который находится в том же здании, где борщ и сало. На площади. Ну, не уверена, что там будет места. Ну, посмотрим. Отель Меркури. А вот в таком здании находится музей янтаря. Как сказочный, правда? Мы не сели в ресторан «Хмель», потому что нету мест. Мы зашли в этом же здании в борщ из сала. Я заказала себе салатик «Станица» называется, с яблоком, с сельдереем, с апельсинкой. Селедочка у нас опять. А у Наташи оливье. Пан-оливье. И грибы, запеченные в сметане. Запеченные грибы в сметане. Кто кушает, всем приятного аппетита. У нас водичка, пьем. Успехов, счастья, сил, терпения, новых побед. Загадывается, вот и все. На это желание на взаимосвязь. Хорошо, спасибо. С днем рождения, спасибо, девочки. Мы вышли, покушали. Сегодня пятница. На этой площади собирается молодежь, танцует. Колонка у них. Одна молодежь. Так, ну все, мы поели. Хорошо, что нет пока дождя. Можно быстро дойти домой. Вот так прошел сегодня наш день. Завтра мы пойдем по Ленинскому проспекту. Посмотрим ту улицу, посмотрим по погоде. Докупим, что мы не купили. И уже пойдем в рыбный ресторан, который называется «Шпроты». Вечером. Шпрот. Попробуем заказать столик сейчас на завтра. Потому что праздничные дни. Наверняка будут с этим проблемы, как сегодня. Вот мы не подрасчитали, поэтому пришлось зайти в борщ и сало. Но мы очень замерзли, поэтому уже не стали ничего искать. И вот за этой Зарой наш дом. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Я рада каждому человеку, который присоединяется ко мне. Пишите, девчонки, мальчишки, комментарии. Всем отвечу по возможности. Всем до завтра. Завтра будет новый день.
новое приключение. Пока мы стояли, пошел снег опять. Секунду назад не было снега. Вот опять снег. До завтра!